Такого градусника в Рязани еще не видели. Он в несколько раз выше человеческого роста. С новым арт-объектом, расположенным на Лыбедском бульваре, можно не только сфотографироваться. Градусник окажется полезным как жителям города, так и туристам. Ведь он показывает настоящую температуру уличного воздуха. Конечно, от классической ртути создателям пришлось отказаться. Зато нашли безопасный аналог. Внутри вмонтирован электронный градусник, который очень точную выдает температуру. А дальше светодиодами этот некий а-ля ртутный столб показывает в реалии, если мы видим внизу 40 градусов, 30, 20, там посередине 0. И вот этот столбик, соответственно, поднимается или опускается в зависимости от реальных температурных данных. На сегодняшний день закончен монтаж конструкции, однако электронную начинку только предстоит установить. Авторы арт-объекта планируют, что до середины недели градусник введут в эксплуатацию, и он из игрушки превратится в полезный гаджет. Напомним, что Лыбедский бульвар уже несколько лет радует прохожих все новыми архитектурными решениями и скульптурами. Из нестандартов, да, то это ель, это автобус даблдекер, это градусник, это часы. Ну, а далее уже более мелкие формы, скамейки, маленькие памятники. Ну, например, мы сохранили и восстановили скульптурные композиции, которые были в свое время в 1992 году, были созданы к 900-летию города Рязани. Сфотографироваться с арт-объектами может каждый желающий. Сейчас авторы проекта планируют продолжить расширять свою коллекцию. На месте бывшего здания отдела судебных приставов они хотят разбить парк. Правда, для этого сначала нужно получить разрешение городской администрации. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».